Итак, как проводится антигенный тест? Для этого нужно эта палочка, которая пойдет в нос или в носоглотку. Вот этот цилиндрик, вот эта крышечка, вот эта жидкость, которая идет в этом комплекте. Сюда накапается 10 капель из этой баночки. Потом тестовой палочкой будет произведено проникновение вот этим кончиком в глотку, в нос. Потом эта вся ерунда опустится вот сюда. Делается с палочкой внутри чавк-чавк-чавк-чавк. Палочка вытащится. Вот эта крышечка накроется сюда. И дальше я покажу после паузы. Вот сейчас тест вскрыт. Из этой баночки будет накапано вот сюда 4 капельки содержимого. Будет ожидаться потом в течение 15 минут реакция. Так, дальше вот вышеупомянутая палочка после проникновения в носоглотке побывав, сделалась ей чавк, 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 чавк. Итак, ждем на минуту. Дальше палочка выбросится, оденется вот эта крышечка вот сюда, и будем капать вот в это отверстие 4 капли. Раз, два, три, четыре. По патрусу истощили. Ждем, процесс пошел. И вот на другой упаковочке написано, как его делать, дата, сколько времени. И вот результат. То есть, если будет только Т и внизу, где показан это инвалидный тест неправильный. Если С вверху будет одна полоска, негативный. Позитивный тест, когда две полоски будут отчетливыми. Но судя по предварительным результатам, пока виднеется одна полоска. Пока тест проводится, можно посмотреть в окошко. Не слабая магнолия, да? Вот так вот тест идет. Магнолия цветет. Люди работают. Пару минут еще прошло. Явно видно, что одна красная полоска. Скорее всего, что тест будет негативный. Но это не совсем все, потому что нужно это дело задокументировать. Есть специальная бумага, даже две. Естественно, там вносятся данные. На прошлой неделе был звонок от Шифини и таким тоном настойчивым и шипящим почти уже было спрошено, почему не тестировались. Поэтому вот сейчас были удовлетворены обе стороны, не конфликта и пока не проблемы, а ситуации. Ну, дальнейшие прошедшие пару минут ничего не предвещают, то есть явно прослеживалось бы при позитивном еще одна полоска. Скорее всего, что ее вряд ли появится. Ну а документация заполнена. Остается только поставить подпись. И на день космонавтики мы дошли до того, вот, что после стольких лет полетов в космос мы наконец-то начали тестировать себя. Наконец-то начали серьезные вещи происходить. Вот дело. Боремся с вирусом, мутирующим, злым иногда. Иногда совсем никаким, иногда вроде злым. Не будем судить, мы тут по психиатрии больше, по наркологии, так что не наше это дело тестировать. Пошел процесс.